уважаемые слушатели, столешницы, опять столешницы, часть номер два. Ну, возвращаемся к нашим столешницам. Значит, у нас есть две основные фирмы, представлены на Украине, повторюсь еще, это вот Люксформ и Эгер. Вот такая фирма Эгер. Это чистая Австрия. Это у нас город Киев из импортного сырья. Вот эта столешница эгеровская, вернее, люксформовская. Вот импортное сырье Люксформ. Конечно, на Украине представлены и другие различные столешницы, более дорогие. Это в основном там итальянских несколько, там Арпа, ну и так далее. То есть они более дорогие, можно сказать, процентов на 70 дороже, чем Дегер. Да, вернемся все-таки к ценовой категории. Значит, в принципе, какие еще есть отличия? Первое. Если говорить о Эгере, то есть если вы, например, берете кухню, вернее, покупаете, заказываете кухню, там, погонных метрах, размером там 2 метра 65 сантиметров, и захотели вот купить Эгер, то Эгер всегда идет только в 4-метровом размере. То есть, грубо говоря, у вас останется большой остаток. Ну, если вы будете там, как бы, покупать сами, то, конечно, этот остаток у вас останется. Значит, в Люксформе есть, в принципе, два размера. Один размер там в районе 3 метров 20 сантиметров, 3200. Второй там размер в районе там 4,050, ну примерно. То есть размер 3 метра и размер 4 метра. Если у вас кухня 3,60, то у вас как бы без потери денег есть два варианта. Люксформ и Эгер. Если у вас маленькая кухня, то, конечно, для вас выгоднее будет купить столешницу Люксформ. Дальше, по ценовой категории. Если говорить уже о метраже одинаковом, то есть 4-метровая Эгер и 4-метровая Люксформ. Конечно же, раньше был дешевле Люксформ. Но сейчас почему-то так, как всегда в Украине, эти столешницы по цене практически сравнялись. А некоторые заказные столешницы Люксформа даже дороже, чем Эгера. То есть, ну, не знаю почему, ну, судите сами. Чистая Австрия с растаможкой, со всеми делами. И киевский завод, так, Люксформ. Цена одна и та же. Понятно, все сейчас выбирали Австрию. Но, как вы видите, выбор Австрии небольшой. Поэтому можно даже сказать, что многие здесь столешницы, ну, вообще, как бы, почему-то у нас не используют, ну, они не нравятся потребителю. То есть есть какое-то там, не знаю, 10-15 столешниц, в принципе, которые постоянно используются. Остальные там, ну, очень единично используются. Поэтому, как вы видите, выбор эгеровских столешниц небольшой, и это большой и минус. Если бы выбор эгеровских столешниц был такой, как вот у Люксформа, то теоретически по такой цене, как продается Люксформ, он, как бы, можно сказать, не нужен на Украине. Он он не конкурентно способный. То есть его цена завышена по разным причинам. Поэтому, ну, смотрите, принимайте решение еще, что, как бы, вам лучше. Конечно же, и в Эгере, и в Люксформе есть определенные позиции, которые не пересекаются. И это, в принципе, ну, это хорошо. Потому что, как бы, есть уже, как бы, двойной выбор. Там здесь там 30, 40, 50 видов, и здесь там 100 видов. И, конечно же, клиент из 150 декоров, видов и так далее, столешниц, конечно же, себе уже, наверное, выберет столешницу. То есть вы можете ему предложить уже более хороший вариант. Поэтому, ну, смотрите, я думаю, некоторые мои советы будут вам полезны. Это, конечно, касается в основном конечных потребителей. Все, что я рассказываю, не касается мебельщиков, которым я сам являюсь. Поэтому для потребителей, которые хотят изготовить
кухню себе. То есть это будет им, мои какие-то небольшие советы будут интересны при выборе столешницы и другие вещи, которые есть у меня в плейлистах. Все, значит, смотрим мою третью часть по столешницам заключительную. Спасибо, пока.